Как Новый год встретишь, так его и проведешь. В общем и целом, регион вступил в 2018 без особых происшествий. В новогодние каникулы зарегистрировано 23 пожара. Четверо погибли. Ровно год назад, в аналогичный период, эта цифра была вдвое больше. Из года в год за медицинской помощью обращаются любители пиротехники. Раны различной степени тяжести от некачественных фейерверков и петард получили 6 жителей региона. В Ивановском районе ребенок 2005 года рождения при использовании петарды получил ожог рук. Бригада скорой помощи была ему оказана, медицинская помощь, он отпущен домой. А вот светодиодного Мишку на площади Пушкина спасти не удалось. 1 января он пал жертвой пиротехники, сгорев дотла. Всех, у кого дома еще остались фейерверки, кто планирует полюбоваться залпами салюта в старый Новый год, сотрудники МЧС просят соблюдать элементарные правила безопасности. Необходимо внимательно смотреть выбранное место. По соседству, где запускаются пиротехнические изделия, в радиусе 100 метров не должно быть пожароопасных объектов, стоянок, автомашин, гаражей. При сильном ветре также запрещается запускать фейерверки. Категорически запрещается использовать пиротехнические изделия рядом с жилыми домами, которые могут, сами понимаете, залететь в форточки или в открытые окна. В результате чего возникнет пожар. Бытовые конфликты во время застолий и кражи. Так первые дни января выглядят в сводках УМВД. Не обошлось и без кровопролития. Резонансным происшествием стало убийство 3 человек в частном доме на улице Кольцова в Иванове. Предположительно, преступление совершено на бытовой почве. В настоящее время личность гражданина, который имеет отношение к этому преступлению, установлена и ведется его розыск. В особо тяжком преступлении подозревают вот этого мужчину 1980 года рождения. Либин Василий Васильевич, рост 180-185 сантиметров, крепкого телосложения, волосы русые. Информацию о месте нахождения разыскиваемого можно сообщить по телефону дежурной части МВД региона 8-49-32-527-002. Елена Белова, Денис Денисов, Антон Осипов, РТВ Иваново.